Por remanente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're going to read from the Bhagavad Gita as it is. Сегодня прочитаем стих из Бхагавад-гиты, как она есть. Chapter number 6 is entitled Dhyana Yoga. Глава шестая, которая называется Дхьяна Йога. And we're going to read the last verse of the chapter. И мы прочитаем последний стих этой главы. Йогинам Йогинам апи сарвешам Мадгатена Антаратмана Шрадхаван Саме-юкта-мато-мата Саме-юкта-тамо-мата Йогинам Йогинам-апи-сарвешам Апи-сарвешам Мадьятен-антаратмана Амдатена Шрадаван-бхаджате-йомам Шадаван Саме-юкта-тамо-мата Йогинам-апи-сарвешам Йогинам Мадгатен-антаратмана Антаратмана Шрадаван-бхаджате-йомам Шрадхаван Саме-юкта-тамо-мата Самеюкта Йогинам апи сарвешам Мадгатен антаратмана Шрадаван бхаджате Anyone else like to chant? Manasa? Antaratmana Shradhavan Bhajate Word meaning. Йогинам, Йогинам йогов, Тогда апи, Апи также, сарвешам, Сарвешам всех, мадгатена, пребыванием во мне, постоянными мыслями обо мне, антаатмана, в глубине своего сердца, шадхаван, обладающий непоколебимой верой. Баджаты занимается трансцендентным любовным служением. Я, который мам, мне, Верховному Господу, са он,
у меня Юктатама, величайший йог, Мата, считающийся. Перевод и комментарий в Божественной милости Абача Наравинда Бхактиданта с вами Шива Прабхупада. Шива Прабхупада Ки. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Комментарий. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «баджаты». Оно образовано от глагольного корня «падж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бадж». Поклоняться значит чтить кого-то, оказывать ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежей. Но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Господа и по природе своей предназначено для того, чтобы служить Ему. Отказываясь сделать это, оно падает в низшие сферы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам. Яшам Пурушам Сакша Татма Прабхавам Ишварам Набаджанча Ваджананти Станан Брита Патанчада. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. В данном стихе Шримад Бхагаватам тоже употреблено слово «баджанти». Это подтверждает, что «баджанти» указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» может также употребляться и по отношению к полубогам, а также обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово «аваджананти», которое также встречается в Бхагавадгите 9.11. «Аваджананти маммутха». Только глупцы и негодяи пытаются признать Верховную Личность Бога, пытаются принизить Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать в комментарии к Бхагавадгите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они не могут понять разницы между словами «баджанти» и «поклонение». Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово «йога» означает именно бхакти-йогу, а все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовное знание, избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. А когда гьяна-йоги он добавляет физические и дыхательные упражнения и медитацию, объектом которых является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога, Кришне. И это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. Вслед в сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. А тех, кто достигнут определенной ступени йоги, останавливаются на ней и не идут дальше, называют, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, тьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и тому подобное. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так, Гималайя – это самые высокие горы в мире, а среди них высочайшая вершина – это Эверест. Только тот, кому очень посчастливилось, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги сосредотачивают ум на Кришне, Шьяма Сундаре, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет, словно солнце. Одежды Господа усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние, исходящее от его тела, называют Брахмаджоти, освещает все стороны света.
Он приходит в этот мир в разных образах, таких как Рама, Нарисимха, Вараха, Кришна, верховная личность Бога. Проявляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Ишоды и носит такие имена, как Кришна, Говинда и Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью сознает эти свойства Господа, считают лучшим из всех йогов. Достичь этой ступени совершенства можно только идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. Ясядаве пара бхактир, ятхедаве татха гурау, тасете катхитах ярта, пракашанте махатманаха. Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания. Шветашатара Упанишад 6.23. Бхактирьяс ая баджанам тат яхамутра патхи ньярисена мушмин манах калпанам этат эйвана ишкармьям. Бхакти — это преданное служение Господу, свобода от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «нишкармьям». Капалтапани Упанишад 1.15. Вот некоторые из принципов бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства. Патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the Bhagavad Gita is taken from a book called the Mahabharata, which is a very ancient book, famous in Asia, describing the history of the world. Итак, Махабхарата, это древнее произведение, описывается древняя история Земли. А Бхагавад-гита является частью Махабхараты. So this Bhagavad Gita is taken out from the Mahabharata. Итак, эта Бхагавад-гита, она это часть Махабхараты. And it's written, the Mahabharata is written by a great sage named Dvaipayana Vyasadeva. Who is considered an incarnation of God. А Махабхарата, в свою очередь, составлена великим мудрецом Двайпаяна Вьясой, который является непосредственным воплощением Верховного Господа. So different kinds of avatars or incarnations are there. They come for different purposes. Существуют разные категории аватары воплощения Господа, которые приходят с разными миссиями. Just like Lord Varaha, the boar incarnation, he came to pick up the earth planet from the bottom of the universe. Как, например, Господь Вараха, воплощение в форме вепря, который пришел для того, чтобы поднять землю с дна Вселенского океана. So Srila Vyasadeva, he was an incarnation who appeared, and his purpose was to write books all about the different incarnations and the pastimes of the Supreme Lord. А Господь Вьясадева пришел для того, чтобы записать писания, в которых бы повествовалось об играх и деяниях Верховного Господа. So Srila Vyasadeva, he also had the Vedas written down. The Vedic knowledge is eternal knowledge, which has been transmitted from the beginning of time. И также Вьясадева записал для нас Веды, хотя Веды это является вечным знанием, которое существует
От начала времен. In previous times, people had very good memories. They could remember everything. They would just hear and they could remember. И в предыдущей эпохе у людей была очень хорошая память, поэтому они могли запомнить что-то, а всего лишь один раз услышав это. But 5,000 years ago, we entered into this present age, which is called the age of Kali, or the age of iron. And during this period, we have very poor memories. Но около 5000 лет назад начался этот век Кали, также известный как Железный век, в который у людей очень слабая память. Everything has to be written down before we can remember. В этот век запомнить означает записать. So Srila Vyasadeva had the Vedas written down so that everything could be remembered. И поэтому Вьясадева, он записал веды, которые передавались до этого из уст, чтобы мы могли их помнить. And he wrote down also this history of the world, which part of it is this Mahabharata. И также он записал историю этого мира, часть которой известна как Махабхарата. Бхагавад-гита. Гита means song, and Бхагавад means coming from the divine. So it's the divine song. Частью Махабхараты является это Бхагавад-гита. Гита означает песня, а Бхагават означает божественное. То есть на это название переводится как божественная песня. And the original language was Sanskrit, so we recited the Sanskrit in the beginning. И изначальный язык, на котором записаны веды, является санскрит. Мы вначале повторяли стих из Бхагавад-гиты на санскрите. It is that Sanskrit is the mother of all languages. И говорится о том, что санскрит — это мать всех языков. So the Bhagavad-gita is originally in Sanskrit. Поэтому Бхагавад-гита записана на изначальном санскрите. And there are 18 chapters in the Bhagavad-gita. И она состоит из 18 глав. And these 18 chapters are in three sections. Которые, в свою очередь, делятся на три раздела. The first six chapters are describing the yoga of action, what we call as karma yoga. Первые шесть глав описывают йогу деятельности, или, как мы это называем, карма-йогу. And then the middle section is describing the yoga of devotion or bhakti yoga. Вторые шесть глав описывают йогу преданности Господу или бхакти-йогу. And then the final section is describing the yoga of knowledge, jnana yoga. И последние шесть глав описывают йогу знания или гьяна-йогу. So in the first six chapters, Lord Krishna is describing karma yoga, but he is also describing the progression of different yoga systems. И вот в первых шести главах Господь описывает карма-йогу, но также Он описывает последовательную лестницу йоги. There's a progression, just like there's a ladder, and you climb up the ladder. So if you're on the top of the ladder, some people are on the top of the ladder, someone's halfway up the ladder, and someone's just beginning to climb the ladder. Вот можно представить людей, которые взбираются по лестнице. Кто-то уже на верхней ступени, кто-то еще посередине, а кто-то только встал на эту лестницу. So we should understand what is the meaning of yoga, first of all. Но сначала мы должны понять, в принципе, что означает слово йога. Yoga means to link with the supreme. Йога означает установить связь со Всевышним. There are different processes of yoga. I mentioned three main ones: karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga. И в йоге есть различные процессы, но я упомянул вот самые главные три категории. Это карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Now, when we hear the word yoga, within our mind, we think immediately about people doing asanas, doing yoga exercises. Но сейчас, когда мы в основном слышим слово йога, то в нашем уме всплывают картинки людей, выполняющих асаны. And it's become quite popular around the world today
for people to take part in some yoga exercises. Это довольно популярно теперь в мире заниматься упражнениями йоги. You go and learn how to twist the body, then how to make your body flexible. Там вам объяснят на этих занятиях, как растягивать свое тело, делать его более гибким. The purpose of that kind of yoga is so that you can sit for meditation. Но задача изначальная, которая ставилась этими упражнениями, это чтобы человек мог спокойно и неподвижно сидеть для медитации. You want to do meditation? It is described for us in the Bhagavad Gita, in this chapter, which we're reading today, the chapter number 6. Если вы хотите заниматься медитацией, то как раз об этом говорится в этой главе, в 6 главе Бхагавадгиты. It is described how you have to get kusha grass, a special grass which grows, and you have this kusha grass to sit on, and then you get also a tiger skin or a deer skin. И здесь говорится прямо в деталях, что необходимо сначала сделать себе подстилку из травы куша, накрыть ее шкурой дикого оленя или тигра. Right? Do you have any of you have a deer skin at home? У кого-нибудь есть из вас шкура оленя дома? Or a tiger skin? Или, может быть, тигриная завалялась? Will be difficult to do this meditation. Ну, без этого тяжело будет медитацией заняться. But this is the process how it's described, what you have to do. Ну, так это описывается в Бхагавадгите. Of course, the meditation is not done at home. И, конечно же, медитацией невозможно заниматься дома. You want to do meditation, you don't sit in the home and close the curtains. You have to go out from the home. Это не так, что если вы хотите заняться медитацией, то достаточно просто шторы закрыть дома. Нет, необходимо уйти из дома. And usually this meditation is not for ladies to do, it's for men. И также эти йогические медитации не предназначены для женщин, они в основном для мужчин. Of course, we see ladies also meditating. But ladies also meditate, but actually the process is not really meant for ladies. Да, мы видим, что женщины тоже могут заниматься медитацией, но изначально процесс не предназначался для этого. The reason is you have to go out from the home and you're meant to go to a remote place in the mountains or in the forest and you're meant to be alone. So that's not safe for women. Потому что, чтобы заниматься медитацией, предписывается уйти из дома куда-то в уединенное место, в горах или в лесу. А это не очень безопасно для женщин. To send a woman out into the forest on her own, it's dangerous. Отослать женщину в лес или в горы в одиночестве – это опасно. There are wild animals in the forest. You don't know what's going to happen in the forest. И там могут быть дикие животные в лесу, и никогда не знаешь, что произойдет. So in the Vedic culture, at least in the past, the women wouldn't do this kind of meditation. Поэтому, по крайней мере, в прошлой эпохе женщины не занимались подобной медитацией. It would just be for special men who could do it. Это было только для некоторых особых мужчин, которые могли это выполнять. So this process is described there in the Bhagavad Gita, and Lord Krishna was describing it to his devotee Arjuna. But Arjuna, when he heard about this process, he said, "Oh, he said, I cannot do this." Итак, этот процесс в деталях описан здесь в Бхагавадгите, и Господь описывает этот процесс своему преданному другу Арджуне. Но как только Арджуна услышал эти описания, он тут же сказал: нет, у меня это не получится. Because part of the process required, your mind has to be very peaceful. Потому что частью этого процесса является умиротворение ума. And you have to sit in this place, in this lonely place, in the forest or in the mountains, away from everyone, all alone, and you should sit there and be peaceful. Также необходимо уйти глубоко в лес или в горы, сесть в одиночестве, чтобы никто не мешал, и полностью с удовлетворенным умом заниматься этой практикой. You shouldn't be worried about anything. И
Нельзя ни о чем беспокоиться, переживать по какому-либо поводу. You should just simply sit there and sit still, sit nice and still, and concentrate on the divine. Необходимо сидеть неподвижно и ровно и полностью сосредоточиться на трансцендентном. So Arjuna, when he heard about this process, he said, "Oh, I cannot do that. I tell you that that's not possible for me." Поэтому, когда Арджуна услышал описание этого процесса, он сказал, но это не для меня, я на такое не способен. Now Arjuna was not a cowardly person. He was a very great, bold person. He was full of courage. Арджуна не был обычной личностью, Арджуна был великим, отважным воином. He fought many battles and he defeated and killed many demonic persons. Он сражался во многих битвах, одержал победу над многими демоничными личностями. But still, when he heard about this yoga process, he said, "Oh no, he said, I cannot do this." Но даже он, услышав об этом процессе йоги, сказал, что это невозможно для него. So you have to understand that it's not unnatural for someone to say they cannot do this. Rather, it's very difficult for everyone to do today. Поэтому мы должны понять, что это естественно, что в наше время, в наш век практически никто не сможет этот процесс совершать. 5,000 years ago, Arjuna couldn't do it. Ведь даже 5000 лет назад сам Арджуна признал, что не сможет этого сделать. Today nobody can do it. Что уж говорить о наших временах? Сейчас никто не сможет этого повторить. But there are other yoga processes. Но есть и другие процессы йоги. And Lord Krishna had been describing in this first section of the Bhagavad Gita, Lord Krishna had been describing the yoga ladder. И вот в этой первой части из 6 глав Бхагавад-гиты Господь Кришна описывает лестницу йоги. The progression of yoga. Как совершается постепенный прогресс в йоге. And you could say the ladder, before you even go on the ladder, there's something called karmakanda activities, which means acts for our own personal benefit, material benefit. А прежде чем человек сможет встать на эту лестницу йоги, есть еще стадия карма-канды или так называемая деятельность ради плодов. When people often perform some religious activity, they have some motivation. They want to get something. Карма-канда — это когда люди совершают религиозные обряды, ритуалы для того, чтобы получить какие-то материальные блага за это. They want to get something material from this, from the ritual they're performing. То есть их мотивы в исполнении ритуалов чисто материальны. Maybe you want to pass an examination, or maybe you want to be successful in your business. Может быть, вы хотите сдать экзамены или, например, успеха в бизнесе добиться. So they may perform a special ritual in order to get success. И поэтому совершайте какой-то ритуал или жертвоприношение для того, чтобы добиться успеха. So that is not a spiritual activity, that is a material activity. Но это ничего не имеет общего с духовной практикой, это материальная деятельность. And most people, when they talk about religion, they think this is what religion, this is the purpose of their religious practice. И многие-многие люди думают, что в этом и есть суть религии, в этом и предназначение религии, исполнение желаний. It's actually cheating religion. It's not actual genuine religion, but it's cheating. Но на самом деле это ложная религия, если она ставит такие цели. Это не настоящая религия. It's a business. You go to God and you offer something to God and you say, "I'm giving you this. You please give me what I want." Это не что иное, как просто бартер или бизнес. Вы приходите к Богу и говорите, ну давай, я тебе дам вот это, а ты мне взамен вот это. So this kind of religion, this is condemned in the yoga teachings. Но в учении йоги такой вид религии очень сильно осуждается. Bhagavad Gita teaches us the goal of yoga.
Бхагавад-гита подучит нас высшей цели йоги. The goal of yoga is to come to the path of devotion. Высшей целью йоги является прийти на путь преданного служения. But not everyone is able to immediately come to the path of devotion. Но не каждый сразу сможет встать на этот путь. So there's a ladder, there's a process by which you can come up to the point of devotion. Поэтому существует эта лестница, процесс постепенного возвышения до уровня преданного служения. And it begins, first of all, by doing acts of karma yoga. И начинается эта лестница с деятельности в духе карма-йоги. Karma yoga means to perform actions for the pleasure of the Supreme. Карма-йога означает совершать деятельность для удовлетворения Верховного Господа. I remember when I first went to visit the temple in London. I went to the Hare Krishna temple in London, and I was going in the temple, and one of the devotees staying in the temple said to me, "Would you like to help to clean the temple today?" Вот я помню, например, как попал первый раз в храм в Лондоне. Я пришел в храм Харе Кришна в Лондоне, и один из проживающих там преданных, он сказал: «Слушай, ты не хотел бы помочь убрать сегодня храм?» So before I could reply, he said to me, he said, "You know, cleaning the temple is cleaning your heart." И еще прежде, чем я успел что-либо ему ответить, он сказал: «Ну знаешь, чистить храм — это то же самое, что чистить свое сердце». So I thought, oh, this is something I need to do. Yes, my heart is, I know it's not clean. I need to help in this work. И тогда я задумался: о, это то, что мне нужно. Ведь мое сердце не так уж и чисто. Наверное, мне лучше заняться этим. So he gave me a bucket of water and a mop, and he told me, "Go ahead, start cleaning the temple." И тогда он мне вручил ведро с водой, тряпку, и сказал: ну давай, начинай очищение. There are many different activities, not only cleaning the temple, but any kind of work which we do for the pleasure of the divine that can be considered karma yoga. И речь не идет только об уборке. Любая работа, которую мы выполняем в смысле о том, что делаем это для Господа, это становится карма-йогой. In karma yoga, we're not attached to enjoying the results of the work. И еще в процессе карма-йоги мы не должны желать наслаждиться результатом этой деятельности. We work for the pleasure of the Supreme. Мы работаем просто для удовлетворения Верховного Господа. So karma yoga means detached work. Поэтому карма-йога означает деятельность без привязанности. In the material world, when we work, we will ask, "How much are you going to pay me?" Потому что в материальном мире, когда мы занимаемся какой-нибудь работой, первый вопрос, который мы задаем, это: сколько мне заплатят за это? Nobody works for nothing. Никто не работает за просто так. Everyone wants a salary. You want to be paid for your work. Все хотят денежку какую-то получать. But karma yoga means to work without any salary. Но карма-йога означает работать за так. Simply working for the pleasure of the Supreme. Просто работать ради Господа. So, in order to do that, you have to be detached. И чтобы мы смогли действовать в таком настроении, мы должны быть непривязаны. Most of us, we are attached. We're attached, especially to money. Большинство из нас очень сильно привязано к результату нашей деятельности, особенно к деньгам. And so when we work, we expect to get money, we expect to be rewarded. Поэтому, когда мы действуем, мы ожидаем какого-то вознаграждения. But karma yoga means working without any payment, without any salary. Но карма-йога означает действовать без всякого вознаграждения, без зарплаты. And we give the result for the pleasure of the divine. А любые результаты, которые приходят в результате этой деятельности, любые плоды, мы отдаем для удовлетворения Господа. We offer everything to Lord Krishna. Мы все это посвящаем Кришне. Because we give to Krishna because Lord Krishna is the proprietor. Мы даем Кришне, потому что он является высшим собственником. Everything is his. Все и так ему принадлежит. We came to this world with nothing. А мы пришли в этот мир с пустыми руками. And we will leave the world
with nothing. И с пустыми руками оставим. But while we're present on this world, we like to become the proprietor. Но пока мы между двумя этими стадиями, то нам хочется поиграть в собственника. We will say, this belongs to me, this is mine. Мы утверждаем, что это принадлежит мне, это мое, это для меня. The man will introduce his wife. This is my wife. She is mine. Например, муж может представлять другим свою супругу, говоря, это моя жена. And the woman will say, this is my husband. He is mine. А женщина скажет, а это мой муж, он принадлежит мне. We are all thinking we are the proprietor. Мы все думаем, что мы являемся собственниками. But actually nothing is ours. Хотя в действительности ничего нам не принадлежит. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Абсолютно все принадлежит Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне. So karma yoga is to work in a detached manner. Поэтому карма-йога означает работать в духе отрешенности. Now, people who do karma yoga, generally they don't know very much. They don't have any real knowledge. И обычно люди, которые занимаются карма-йогой, у них нет настоящего глубокого знания. But because they have been working selflessly, without any salary, they get rewarded, they get knowledge. Но если они действуют в правильном настроении, без привязанности к плодам, с отречением, то результатом такой деятельности становится то, что они обретают знания. That knowledge may come from the heart, just the awakening of knowledge from the heart. И это знание, это понимание, оно может само прийти изнутри, из сердца. And it may also come by hearing from devotees. А также он может прийти в нашу жизнь благодаря тому, что мы услышали это из уст преданных. Just like when I went to the temple, so they got me to clean the temple, and then afterwards, after we cleaned the temple, they said, now we're going to have a class, you can stay for the class and hear the class. Вот как я уже рассказывал о своем приходе в храм, так вот после уборки храма мне сказали, а сейчас будет лекция, ты можешь на нее остаться и послушать. And the devotee came and he gave a talk from the Bhagavad Gita. И затем пришел преданный, и он давал лекцию по Бхагавад-гите. And he was explaining to me how I am not the body, how I am a spirit soul living in the body. И он объяснил мне, что я не являюсь этим телом, а что я и вечная душа, которая находится внутри этого тела. So this was all new to me. I had never been educated in this knowledge. А это для меня было чем-то абсолютно новым. Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Most of the world we are ignorant of spiritual knowledge. Потому что абсолютное большинство людей в этом мире полностью пребывают в невежестве относительно духовного знания. We do not know who we are. And we do not know the purpose of life. Мы не знаем, кто мы такие на самом деле, и также мы не знаем, в чем настоящая цель жизни. In ignorance, most people think I am the body, and the goal of life is to satisfy my senses. В своем невежестве люди считают, что я не отличен от своего тела, а моя цель — это наслаждать мои чувства. But spiritual knowledge teaches something different. Но духовное знание учит кое-чему другому. Spiritual knowledge is to understand I'm not the body, but I am a spirit soul living in the body. Суть духовного знания — это понять, что я не тело, что я вечная душа внутри этого тела. And that we should control the mind and the senses. И что мы должны научиться контролировать ум и чувства. And the practice of yoga, it requires control over the mind and the senses. И процесс йоги требует от нас научиться контролировать ум и чувства. The most difficult sense to control being the tongue. Самое сложное из тех чувств, которые труднее всего контролировать, это язык. So in the practice of yoga, the yogi will be very careful what he eats and how he eats. Поэтому в процессе в духовной практики йог должен быть очень осторожен в отношении того, что он ест и как ест. Yogi will not eat non-vegetarian foodstuffs.
Настоящий йог никогда не будет есть невегетарианскую пищу. He must be a strict vegetarian. Он должен быть строгим вегетарианцем. And he will not eat too much or eat too little. Также он не должен есть слишком много и не должен есть слишком мало. Traditionally, the yogis will eat in the day. They will not eat in the night. Традиционно йоги должны есть только в середине дня, но не должны есть вечером. And they will not sleep too much. А также они не должны спать слишком много. They will just sleep to maintain the body healthy. Они будут спать ровно столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии. Lord Krishna explains this knowledge in the Bhagavad Gita. Все это объясняет Господь Кришна в Бхагавад-гите. So, in the Bhagavad Gita, we learn karma yoga is the yoga of action, and it leads to knowledge, an awakening of knowledge. Итак, в Бхагавад-гите мы начинаем с изучения карма-йоги, и постепенно практика карма-йоги приводит к постижению духовного знания. And that knowledge tells us there is not only one soul in the body, but there are two souls. There is a super soul as well as the individual soul. И трансцендентное знание — это означает понять, что есть не только вечная душа, но есть еще другая сверхдуша, источник всех душ. So the yogi will then begin to meditate on the super soul. И йоги, поняв это, начинают свою медитацию на сверхдушу. Contemplation of the super soul within the body. Contemplation. Contemplation. Созерцание. Они начинают созерцать сверхдушу в теле. And from that meditation on the super soul, one will go on to take up bhakti yoga. Или уже начиная с уровня медитации на сверхдушу, такой йог может перейти к бхакти-йоге. It is bhakti yoga, which is at the top of the yoga ladder. Бхакти-йоги, которая является вершиной лестницы йоги. Now some people think that jnana yoga must be at the top of the yoga ladder because the jnana yoga is described after bhakti yoga. Некоторые люди думают, что гьяна-йога или йога знания, она стоит выше бхакти-йоги, потому что она описана в последних главах Бхагавад-гиты. But it's not like that. Но на самом деле это не так. It is described that the good thing is in the middle. Just like when you have a sandwich, the filling in the sandwich, that is a good thing, right? Потому что говорится, что самое ценное, оно всегда сокрыто в середине. Как, например, вот сэндвич, да? Сэндвич там с двух сторон сыр, ой, хлеб, но самая ценная начинка, она посередине находится. So bhakti yoga is in the middle of the Bhagavad Gita. Подобным образом, сэндвичи Бхагавад-гиты, да, самое вкусное в середине And находится. Бхакти-йога. the coverings, the first six chapters and the last six chapter, they're like the coverings, they're like the bread on the sandwich. А вот эти вот первые шесть глав и последние шесть глав — это как такое покрытие, которое защищает середину. Это как вот эти ломтики хлеба. But the bhakti yoga comes right in the middle. А бхакти-йога в самом центре. So Lord Krishna has explained in the first six chapters this progression of yoga, coming to culminating in bhakti yoga. И вот в первых шести главах Господь описывает постепенный уровень продвижения в йоге, который заканчивается стадией бхакти-йоги. And Lord Krishna describes what is bhakti yoga. И Господь Кришна также объясняет, что такое бхакти-йога. Bhakti-yoga is engaging in activities for the pleasure of the Supreme with love and devotion. Бхакти-йога означает заниматься деятельностью для удовольствия и блага Верховного Господа с любовью и привязанностью. Does it sounds like karma-yoga, but there's a difference. Звучит похоже на описание карма-йоги, так ведь? Но есть разница. In karma-yoga, one works and then offers the result to Krishna. В карма-йоге человек трудится, получает результат деятельности и потом посвящает его Господу. But in bhakti yoga, one first of all surrenders and then works and offers everything to Krishna.
Но в Бхакти-йоге человек сначала полностью предается и вручает себя Господу, а потом действует для его удовлетворения и все посвящает Господу. The bhakti yogi is surrendered, he's giving everything to Krishna. Бхакти-йог, он полностью предался Верховному Господу и все дает Кришне. And the bhakti yoga process begins with the hearing and the chanting. И бхакти-йога начинается со слушания и воспевания. That is the roots of the creeper of devotion. Это корень ростка преданности. So when you plant some seeds in the ground, you must water the seed in order for it to grow. Когда вы посадили в землю семя какого-либо растения, то вы должны начать поливать его, чтобы оно начало прорастать. In the same way, we contact the devotees and we get the seed of devotion. И таким же образом, общаясь с преданными, также получаем в свое сердце это семя преданности. Now, some seeds will grow quickly and some other seeds take a longer time. Некоторые семена начинают быстро прорастать, некоторых требует больше времени. And just if you're growing flowers here, they don't all grow at the same speed. Some flowers come up very quick, and some other flowers will come up later. Если у вас есть опыт садоводства, и вы когда-нибудь выращивали растения, цветы, вы знаете, что некоторые цветы очень быстро прорастают, вырастают, а некоторые требуют больше времени. So the same way, people come, they hear about Krishna. Some people immediately become devotee, immediately begin hearing and chanting. Подобным же образом, когда люди приходят в общество преданных и слышат духовное знание, то некоторые из них сразу же принимают процесс слушания и воспевания. And other people, it takes some time for them. А для других требуется немного больше времени. They have to hear more and chant more. Им необходимо больше слушать и больше повторять. But Krishna consciousness is in everyone. Но сознание Кришна уже пребывает внутри каждого. It just has to be awakened by hearing. Его просто необходимо пробудить в себе посредством слушания. The hearing process is encouraged by Lord Krishna. Процесс слушания одобрен Господом Кришной. And Lord Krishna is speaking to Arjuna. He is telling Arjuna how to practice this yoga process. И Господь Кришна объясняет Арджуне, как практиковать этот процесс йоги. We will hear in the 18th chapter at the end of the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna to surrender to him and to give up all religion. В конце Бхагавад-гиты, 18 главе, мы услышим, как Господь Кришна дает заключительное наставление Арджуне. Оставь все остальные процессы и просто предайся мне. Now, Lord Krishna himself came to establish religious principles. Цель прихода Господа Кришны на эту землю была установить религиозные принципы. But he tells Arjuna to give up all religion. Но здесь он говорит в конце Бхагавад-гиты, оставь все другие виды религии. So it sounds almost like a contradiction. И это звучит почти как противоречие. But Lord Krishna is telling Arjuna to give up all of his material religion. Но Господь Кришна здесь говорит о том, чтобы Арджуна оставил все свои так называемые материальные религиозные обязанности. In other words, all of his religion, which is materially motivated. Другими словами, те формы религии, которые материально мотивированы. In other words, Krishna is telling Arjuna, don't come and do business, try to do business with me. Но еще проще, простыми словами, Кришна говорит, не пытайся со мной бизнес строить. Right? When you do business, you give the goods, you want the payment. Потому что в бизнесе вы сначала предоставляете какой-то товар и хотите, чтобы вам за него заплатили. But devotional service is not like that. Но в преданном служении все не так. Devotional service is simply surrendering, taking shelter of Krishna. Преданное служение означает принятие прибежища у Кришны, полное предание себя. A devotee does not want to ask anything from Krishna because he thinks Krishna has already given me so much. И преданный ничего не просит у Кришны, потому что он уже считает, что Кришна ему все, что необходимо, дает, и даже больше. What has Krishna given us? Что нам Кришна дает? Well, he has given us
This body which we have, this life is a gift from Krishna. Например, сама наша жизнь, само наше существование – это уже подарок Кришны. And everything which we maintain in this world is a gift of Krishna. И все, с чем мы себя поддерживаем в этом мире, тоже является даром Кришны. He's given us the food that we eat, the water that we drink, the air that we breathe. Он дает нам воду для питья, еду для питания, воздух для дыхания. The house in which you live is also provided through the gifts of God. Даже место, в котором мы живем, также послано нам Господом. Everything is the grace of the Supreme Lord. Все, что окружает нас, это милость Верховного Господа. So a devotee will not ask Krishna for anything. Поэтому преданный никогда не будет просить Кришну о чем-либо. But he will ask, how can I serve you? Единственный вопрос, который у него есть, это как я могу тебе служить? That should be our prayer. И это должно стать нашей постоянной молитвой. Usually when people pray, they will ask, give me this, give me a nice wife, give me a home, give me a nice child. Обычно, когда люди молятся, то они все время о чем-то просят. Пожалуйста, дай мне это, дай мне то, дай прекрасную жену, дом, цветной телевизор. But devotional service is just simply thanking Krishna for everything. Но преданное служение означает только благодарность. Все время благодарить Кришну за все, что бы с нами ни происходило. Thank you for putting me into this condition in this world. Спасибо тебе, Господь, что ты поместил меня в эти условия в этом мире. Thank you for giving me this human form of life. Спасибо тебе за то, что ты даровал мне эту человеческую форму тела. And thank you for giving me the association of devotees to hear about your glories. И особое спасибо тебе за то, что ты позволил мне прийти в общество преданных и услышать о твоей славе. The devotee doesn't want to take anything from Krishna. He wants to try to give for Krishna. Преданный ничего не хочет получить от Кришны, а только хочет ему отдать. Of course, we don't just simply offer flowers and fruits to Krishna. И мы не просто предлагаем фрукты и цветы Кришне. Krishna has the best flowers. In the spiritual world, he has very beautiful, fragrant flowers. Его цветами не удивишь, потому что в духовном мире у него самые прекрасные, самые ароматные цветы. And there are the most delicious fruits also in the spiritual world. И также самые изысканные фрукты в духовном мире растут. So Krishna is not greedy to get our offerings of flowers and fruits. Поэтому Кришна не особенно заинтересован в наших подношениях цветов, фруктов. But what he wants is our love. Но чего он на самом деле хочет, так это нашей любви. We want to give love, offer our love to Krishna. А мы должны хотеть отдать, посвятить свою любовь Кришне. And we try to express that love to Krishna by chanting his holy name and singing the different songs like we've been doing here this afternoon. И мы пытаемся проявить свою любовь посредством повторения его святого имени, а также с помощью пения песен, как вот, например, мы здесь вечером пели баджана. Krishna is in everyone's heart. Потому что Кришна в сердце каждого. And he takes pleasure in hearing us chant his holy name. И он испытывает радость, когда он слышит, что мы воспеваем его имена. And we also take pleasure in chanting his holy name. Мы также наслаждаемся в процессе повторения, воспевания. We awaken our spiritual consciousness. И при этом мы пробуждаем свое духовное сознание. And in this way we can become joyful, even though we're living in this temporary world. И таким образом мы можем стать счастливыми, блаженными, хотя несмотря на то, что мы продолжаем жить в этом временном материальном мире. So this is Krishna consciousness. Вот таково сознание Кришны. Are there any questions? Есть ли вопросы? Anyone has any doubts? У кого-нибудь, может быть, есть сомнения в том, что мы, о чем мы говорили? Есть там, может быть, зумы?
any other question? Да. Что необходимо, какова квалификация для человека, чтобы он мог сразу встать на путь бхакти-йоги, а не проходить вот все эти последовательные пути? То есть может ли человек миновать сразу все эти ступени и сразу перейти на уровень бхакти-йоги? So, what should be the qualification of the person to immediately begin bhakti-yoga? Or if he's, is it possible at all to start bhakti-yoga without going through karma-yoga and other processes? Yes, we encourage people to immediately come to bhakti yoga rather than approaching other processes. Да, мы пытаемся вдохновить людей сразу же приступить к бхакти-йоге, минуя все другие процессы. We give the example, if somebody is living on the 20th floor of the apartment building, you don't walk up the stairs, but you will take the lift up. Например, мы приводим такой пример, что если вам нужно попасть на 20 этаж какого-то высотного здания, то вы же не будете пешком подниматься. Вы воспользуетесь лифтом. So bhakti yoga is like going on the lift. И вот бхакти-йога это подобно такому движению на лифте. If you go through the other processes, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, that's like walking up the stairs. А все другие процессы, дьяна-йога, карма-йога, аштанга-йога, это подобно медленному подъему по лестнице. But you can take the lift. Go immediately, take up bhakti yoga. Но можно сразу приступить к бхакти-йоге, и это подобно лифту. So from the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains there are four different reasons why people may come to bhakti yoga. И в Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что есть четыре основных причины, почему люди приступают к бхакти-йоге. Some people come in distress. Некоторые люди приходят к преданному служению из-за страданий. There's a lot of distress in the material world. Потому что в материальном мире огромное количество страданий, разочарований нас Now, some преследует. people, when they're in distress, they will go to the bar. They take shelter of alcohol or drugs. Некоторые люди в тяжелом положении, они отправляются в бары, чтобы напиться. But other people, those who are more pious, they will come and take help of spiritual knowledge, as we are giving here. Но другие, более благочестивые, они будут искать какого-то духовного знания, чтобы почувствовать облегчение. Some people may come also in search of wealth. They may have some economic problems. У других, например, могут быть экономические проблемы, и они приходят к духовному знанию, чтобы обрести процветание и богатство. And they may come here to try to help to solve their economic problems. И они могут приступить к этому процессу духовной практики, чтобы поправить свое материальное положение. So one time there was one young devotee, young man. He lost his job. He had no job. He had no money. And he came to Krishna consciousness, became a devotee. Вот был один молодой человек, у него не было ни работы, ни денег, и он присоединился к преданным. And so he was, as a devotee, he was taking books and he was going out and distributing books to people. И когда он жил в храме, то, естественно, ему приходилось выходить на улицу и распространять книги людям. So one day when he was distributing books, he met a man who said to him, he said, why don't you come and work for me? I'll give you a job. И один раз во время распространения на улице он встретил человека, который сказал ему: «Слушай, что ты ерундой занимаешься? Давай я тебе хорошую работу дам». So he was thinking, maybe I should go and work for the man. И он задумался, может, действительно мне пойти на него работать? But he decided better to work for Krishna. Но в конце, хорошо подумав, он решил, нет, лучше на Кришну работать. He found the best job working for Krishna. Потому что это самая лучшая должность для Кришны трудиться. And other people, another reason why people may come to Krishna consciousness is simply out of curiosity. Еще одной причиной, почему люди приходят в сознание Кришны, является любопытство. Maybe your friend brings you here, and we just come out of curiosity. Может быть, ваш друг пригласил вас сюда, и вы пришли просто из любопытства. And sometimes people who are curious, they will ask many questions.
И часто такие люди любопытные, они задают много вопросов. But after some time, they don't come anymore. Но через какое-то время мы видим, что они все меньше и меньше появляются. They say, well, I didn't have any more questions, so I don't come anymore. Ну, они говорят, я уже получил ответ на свои вопросы, мне уже не так это интересно. But the idea is that you will come to the platform of knowledge. And if you come to the platform of knowledge, then you will never give up Krishna consciousness. Но идея заключается в том, чтобы прийти на платформу, встать на платформу знания. Потому что если вы утвердите знание, то вы уже не оставите духовную практику. The knowledge which we get in Krishna consciousness is of eternal benefit. Потому что знание, которое мы получаем в сознании Кришны, оно может принести нам вечное благо. Other kinds of knowledge is very temporary and will be useless in the course of time. А все другие формы знания, они в конце концов потеряют свою актуальность. But the knowledge of yoga and Krishna consciousness is of eternal benefit. Но знание о сознании Кришны и о духовной практике, о преданном служении, оно вечно и всеблаго. And Lord Krishna says of the four reasons why people come to him, the best one is the one who has come for knowledge. И поэтому Господь Кришна говорит, что из четырех видов людей, которые приходят к Нему, лучшими являются те, кто приходит в поисках знания. So although in the beginning we may have other reasons why we come, that if we come to the platform of knowledge, that is the best. Поэтому хотя поначалу у нас могут быть различные мотивы, но со временем мы должны встать на платформу знания или мудрости. We see the example about Gajendra, the elephant. He was in great distress. He was being bitten by a crocodile. A crocodile had hold of his leg, and he wouldn't let go of his leg. Ну, вот в шастрах описывается история слона Гаджендры, который обратился к Господу в состоянии жутких страданий, потому что огромный крокодил вцепился ему в ногу и не отпускал. He was in great distress. He could not get free from the crocodile. The crocodile was pulling him into the water, and Gajendra couldn't avoid, couldn't get free. И этот Гаджендра пребывал в жутком беспокойстве, потому что этот крокодил затягивал его все глубже и глубже в воду, и он никак не мог освободиться от его хватки. But he remembered a mantra, and he chanted a mantra, and he became, by the power of the mantra, Lord Vishnu appeared and killed the crocodile, saved him. Но благодаря милости Господа он смог вспомнить мантру, которую повторял в прошлой жизни, и благодаря этому повторению он смог призвать на помощь Господа Вишну, который уничтожил этого крокодила. So he Gajendra came to the platform of knowledge. И в этот момент Гаджендра поднялся на платформу знания. Similarly, Dhruva Maharaj wanted a kingdom. Также, например, описывается история Друва Махараджа, который обратился к Господу But he желанием царства, получить великое царство. He became a devotee. Но в результате он стал чистым преданным. He gave up his material desires. И отбросил все свои материальные желания. Okay, Hare Krishna, thank you. Srila Hare Krishna, Prabhupada. Есть в чате вопросы. Махарадж. They were asking, could we make a photo together? Make a what? Photo together. And then we will chant Guru Puja.